Трампа к ответу. Адвокат россиянина Евгений Никулин, которого обвиняют в киберпреступлениях, написал письмо президенту США. Юрист призвал американского лидера обратить внимание на попытки американских спецслужб склонить Никулина к лжесвидетельству. Якобы россиянин вмешивался в ход президентской гонки в США. По словам адвоката, один из агентов ФБР предлагал Никулину оговорить себя и признаться во взломе серверов Демократической партии. Взамен американская страна прекратила бы уголовное преследование, выплатила бы россиянину денежное вознаграждение и даже предоставила бы гражданство американское. Чтобы заставить Никулина все-таки пойти на сделку, молодого человека пытаются психологически сломать. Со слов адвоката, Никулину не дают звонить родным и ограничивают в прогулках. Никулина задержали в Праге. По запросу ФБР произошло это в октябре прошлого года. Суд в штате Калифорния обвиняет его в совершении хакерских атак на сайты нескольких крупных компаний в 2012 году. Также от него требуют признаться во вмешательстве в президентские выборы в США. Обвинение в якобы вмешательстве российских хакеров в ход американских выборов – одна из любимых тем западных политиков и американских СМИ. Правда, никаких доказательств этого так и не предоставлено. Россия неоднократно опровергала обвинение спецслужб в попытках повлиять на выборы в Америке, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.